На протяжении 3 дней в Иванове будет проходить Всероссийский конгресс «Артериальная гипертония. Вчера, сегодня, завтра». Это своеобразный отчет деятельности российских кардиологов за последние 10 лет. Стоит отметить, что результаты очень даже неплохие. За это время заболевание было выявлено у 8 миллионов россиян, которые не знали о том, что у них гипертония. Теперь эти 8 миллионов приступили к лечению. За последние, можно сказать, 9 лет у нас с вами смертность снизилась от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Но надо сказать, что она до сих пор в 4-5 раз превышает показатель смертности европейских стран и США. Вместе с Татьяной Яковлевой работу конгресса возглавляет академик РАН Евгений Чазов и его дочь Ирина Чазова, президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии. Во время конгресса будет разработана дальнейшая стратегия борьбы с повышенным артериальным давлением. Главное направление можно обозначить уже сейчас. Мы должны продолжать выявление больных. Молодые, особенно люди. Они ведь не знают, что у них артериальная гипертония и повышенное давление. Мы хотим, чтобы мы выявили всех, кто болеет, и поставили на диспансеризацию под наблюдение врача. Это один вопрос. Второе, мы должны повысить квалификацию врачей, чтобы все врачи умели по-современному лечить больных. Третье, мы должны разработать методики новых препаратов. Однако, пока россияне невнимательны к себе и своему здоровью, пожалуй, все эти усилия тщетны. За давлением нужно следить. И, как пояснил Евгений Чазов, если оно выше отметки 140 на 80, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.